Татарстане насчитывается 311 педагогических классов в более 200 школах республики. Обучение там проходит около 6500 учеников. Мы надеемся, что именно выпускники педагогических классов далее станут именно претендентами и на целевое обучение, и претендентами на педагогические специальности наших педагогических вузов и педагогических колледжей. В новом учебном году в Челнах 4 общеобразовательных учреждения открыли психолого-педагогические классы. Это школы номер 25, 29, 33 и 55. Всего в городе такие классы функционируют в 19 из них. Работа профильных классов будет направлена на продвижение профессии педагога. Это будет не просто занятие, это будет погружение в профессию. Причем это погружение будет с помощью и преподавателей нашего Набережно-Челнинского государственного педагогического университета, и ваши учителя будут вместе с вами работать над тем, чтобы понимать, что же такое учитель. Со значимым событием учащихся поздравил и мэр города Наиль Магдеев. Педагог – это, наверное, друзья мои, не только профессия. Это призвание, это высокая миссия, и этому призванию, этой высокой миссии необходимо соответствовать. И то, что в последние годы руководством педагогического университета, руководством города, педагогическим сообществом уделяется особое внимание подготовке педагогических кадров, на наш взгляд, это очень важно. Также планируется, что педагогический технопарк «Кванториум» в НГПУ поможет привлечь как можно больше школьников, обучающихся психолого-педагогических классах к последующему поступлению в педагогический вуз. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Набережные Челны.